Так, ну что, господа, сегодня главный бандит нашего IT-чата стал на год взрослее. Поэтому, Антон Васильевич, принимаю поздравления с днем рождения. Хочется отметить сразу же твои качества. Ты умный, гениальный, харизматичный, простой и сложный одновременно. Что это значит? Если перед тобой стоит сложная задача, ты находишь простые пути ее решения. И пока другие думают о том, как ее решить, ты уже думаешь о другой задаче. Как тебе это удается, я не знаю, в этом твой гений. Также ты помнишь, что тебя ждет подарок. Вот этот. Приезжай поскорее и обрати внимание, он концептуальный. Да, приезжай поскорее, я тебе его вручу. Хорошо отпраздновать десятилетие клуба. И исполнение желаний, радости. Очень рад, что нас судьба с тобой свела. И то ли еще будет. Все. Отправляю это видео ночью. Это значит, что ты или сейчас, или спишь, или празднуешь. Я не знаю, что там происходит. Сейчас в Киеве, я так понимаю, ты в Киеве, но главное, что я сердцем с тобой. Огромный привет, классно отпраздновать день рождения. Все, ставлю на стоп видос. Давай, увидимся, приезжай, подарок, помнишь, да?